Всем привет, с вами Гуф-Гуф, и в этом ролике я хочу себе апнуть 11 тысяч кубков. Для меня большая цифра, для вас, возможно, это мелочь. Ну и, в общем, ребята, сейчас мне будет помогать Малами, мы будем играть на парном столкновении, и, ребята, сейчас нам нужно затащить две катки. Хотя бы второе место надо занять, чтобы, ребятушки, хорошенечко закончить этот ролик. В общем, надеюсь, что сейчас мы затащим, не будем проигрывать и уменьшать свои кубочки, что ролик не затянется. Я очень быстро открою этот ящик и получу очень хорошего героя. Ладно, взял я Шелли, потому что она у меня вроде бы достаточно прокачана, и она хорошо подходит на вот такие вот карты, где очень много кустов. Вот сейчас... Давайте так, вот это забираем, еще вот этот забрать, Малами заберет, а я иду, ребят, вот этого мистера Пи убивать, или кто это такой? Иди сюда, воробушек, воробушек, ой, ну ладно, значит минус Бо будет, оп, 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 ой, я почему-то не попал, я не понимаю, как я так не попал, вот как-то так умудрился не попасть. Ладно, я проиграл. Малами сейчас ждет нас. Надеюсь, ее не убьют, пока я появлюсь. Там Бо кинул свою пассивочку. Или это гаджет, который заряжает им ульту. Это очень плохо. Надо это все вынести. Сейчас Малами туда идет. Мы за ней. И оба! Минус Бо. Отлично. Кучу кубков. Все кубочки наши. Воу! Меня убили. Уходи, Малами. Ладно, он решил скрыться. Он решил просто улететь. Три команды осталось, значит, мы уже у минус не уйдем. Мы сейчас либо получим пару кубочков, либо просто бублики получим. Это уже хорошо. Надо еще одну команду вынести. Я что-то как-то неосторожно играю, если честно. Вот сейчас идет вот этот вот... Вот так вот мы его выносим. И сейчас остается нам вынести вот этого вот мелкого. Все, отлично. Первое место заняли. Сыграли мы немножечко в крысу, но зато мы забрали свои 9 кубков. Ребят, еще один кубочек, ура! Один кубочек, ребята, один последний кубок, и сейчас у меня будет 11 тысяч кубков. Так, интересно, какое сейчас минимальное количество у наших подписчиков? Так, старичок какой-то, у него 3 тысячи, ну как бы очень маловато. Ладно, а максимальное количество какое? 25 тысяч у какого-то Саши. Ну и Сейдж и Легенда тоже по 24 тысячи. Тут у многих уже есть 24 тысячи кубков, но... Мне до них еще далеко. Ладненько, давайте, ребят, так. Еще разочек, но давайте я поменяю героя. Очень рисковый на эту карту. Давайте вот этого возьмем. Я не умею на нем играть. Он вроде бы тоже подходит на эту карту, но как бы не очень. Как бы больше всего там Шелли, Булл, такие вот ближние игроки, которые в близости очень-очень жестко дамажат. Окей, первая баночка у нас уже есть. Малами побежала налево, а я за ней должен побежать. Нет, тихо, тихо, тихо. Сейчас напарник появится. Тот, который с этим 8 битов. Окей. Так, 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 так. Где же вот этот вот мороженщик ушел? Давайте сейчас мы его будем преследовать. Малами будет собирать коробочки. Хотя я мог бы тоже помочь. Опа, опа. И все, до свидания. Отличненько. Вынесли мы мороженщика. Забираем, ребята, еще одну баночку. У нас уже 5 баночек, ребят. Сейчас 4 команды. Тут нам хотя бы второе место занять, и все. У нас будет то, что я хочу. Вот, блин. Плохо, плохо, очень плохо. Ладненько, давайте мы сейчас попробуем кого-то в кустиках найти. Вот тут вот никого нету. Нет, а тут тоже никого. А здесь? Все попрятались. Кто куда? Вот серьезно. Сзади кричат. Сзади! Кто там сзади? А ну, покажите мне сзади. Опа! 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 О! Не, ну я, конечно, не красавчик на этом СТУ, но немножечко показал тут мастер-класс, ребят. Хоп. Опа, еще надамажили. Отлично. Еще. Опа, минус 8 бит. Все, ребят, это победа. Сейчас, даже если мы сейчас проиграем, то мы получаем свои заветные 11 тысяч кубасов. Давайте мы справа-то попробуем убить. Это самый бесящий герой. Он меня больше всех бесит. Потому что он, падла, через стенки кидает. Тихо, Малами, Малами, тихо. А ну, покажи, мастер-класс. А ну, накажи их двоих сразу. Кидай туда и на них ульту. Ну, не так, ну, нормально. Нормалек. Зато, ребята, мы победили. Отлично, второе место. Нам 7 кубасов. И у меня сейчас, ребята, 11 тысяч и 6 кубков. Вау, супер. У нас есть мегаящик. У нас есть квестов. Нету вообще никаких квестов. Я бы сейчас пооткрывал вот эти награды тоже. Ай, ладно, не подготовился я, ребята, к такой вот заветной циферке. Сейчас давайте открываем вот этот ящик. И я точно уверен, что будет новый герой. Поехали. Сколько? Раз. Пятерочка. Нет, уже героя не будет. Все. Значит, мы не получим сегодня героя. Ну, хотя бы дайте карточек на... На кого? На кого? На кого нам надо карточек? Давайте на...
спайка. Вот этого кактуса. Не дали. Вот жмоты. Вот суперсел жматяры. Просто жадины говядины. Ладно, короче, вот такой вот ролик получился, ребята. Спасибо за просмотр. Давайте так, вы в комментариях тоже напишите, сколько у вас там кубасов уже и сколько времени вы набивали вот эти вот все кубасы. Вот эти 11 тысяч, ребят, я набиваю с 2019 года где-то около. Где-то я осенью начал играть или раньше, я не помню, но, в общем, уже год, почти 2 года уже прошло, как я только 11 тысяч кубков набрал. Но, ребят, ну я не так активно играю. Короче, ребята, ролик такой вот, небольшой. Кому понравился, жмите лайкосик и подписывайтесь на канал. Ну, а с вами я буду прощаться. С вами был Гуф-Гуф и Малами. Всем пока, ребят, всем бай-бай. Малами свалила. О, ну, пока.